Сейчас представьте, в этих обстоятельствах вечернее время юношу, который остается в одной футболке и облит ледяной водой. Вы по-прежнему поддерживаете версию того, что над ним, пусть даже в шутку, но тем не менее не издевались? Нет, над ним не издевались. Он был облит водой, потому что он был как бы немного испачкан. И потому что он был пьяный, и как бы это, чтобы он протрезвел. Предельно острый вопрос. Над Владиславом издевались на этой вечеринке? Нет. Он был изгоем в этой компании? Нет, не был изгоем. На этой вечеринке была драка? Драки не было, мы боролись. Только боролись. На вечеринке был конфликт между Владом и другими? Нет. А скажите, в процессе вот этой вечеринки был ли у Влада с кем-либо конфликт? Нет, не было. Ответ – нет, ложь. На вечеринке был конфликт между Владом и другими? Не было, говорю. На той вечеринке был ли конфликт между Владом и кем-либо иным? Там как бы взъерошились, это так, чисто друзья как бы сказали друг на друга слово и все. Кирилл, было ли такое, что вы с ним, скажем так, поконфликтовали? Немножечко. Ну, конфликта не было, только... Давайте-ка так, вы мне говорите то, что мне говорили до этого. Между мной не было. Хорошо, вообще был конфликт? Мы просто, баловались, может, такое было. Баловались? Да. Хорошо, Данил, подожди, пожалуйста. Конфликт был? Ну, как бы я не считаю это конфликтом, но... Так вот, право говори. Конфликт был? Ну, если это можно сказать конфликтом, то так. С Янченковым. Правильно. Скажите, было ли такое, что кто-либо оказывал... Максим, для вас специально это спрашиваю. Я слушаю. Оказывал физическое воздействие на Влада? Нет, не было такого. Нет, не было. Хорошо. Кто-либо с ним боролся? Боролся. Кто боролся? Я. Вы это видели, что они боролись? Знали про это? Нет. Не было. Физического воздействия не было. Нет, ничего не было. Ну, может, он не видел. Так, значит, я... Кирилл, к вам вопрос. Было оказано физ-воздействие на Влада? Физическое. Ну, поборолись. Физическое. Боролись, да. Ответ да, правда, он правду говорит. Скажите, в процессе передачи, в процессе того, что сейчас мы с вами снимали, было ли такое, что вы в чем-то нас обманывали? Да. Ответ «да, правда». Спасибо этому честному парню. Он набрался мужества это здесь признать. Следующий вопрос. Был один на одном моменте. Как подождите. Он? Сейчас, Сабин, он сейчас скажет, я тебе отдам обязательно. Мне надо закрыть этот вопрос. Про конфликт. Значит, конфликт. Конечно. Тогда расскажите, что происходило про конфликт. Для меня лично конфликт – это драка, серьезно, драка. Ну, никак не борьба. Угу. Борьба, это спорт. Что происходило борьба на площадке? Это спорт. Расскажите, что происходило. Вот. Ребята дурачились, просто боролись. Кто? Владислав с кем? Владислав, с Кириллом. С Кириллом? Я знаю, там был еще один гость по имени Дмитрий. Между ними тоже происходила какая-то драка? Ни драки, ни борьбы между ними не происходило. А что это за борьба была такая? Объясните мне. И кто инициатором этой борьбы был, самое главное? Что? Контекст объясните мне. Во время почему вы боролись? С Дмитрием Влад находился рядом со мной. То есть, как бы Дмитрия успокаивали. Но никакой драки, ни издевательств. Они потом пожали руки и начали целоваться в щечку, братан, братан. Ну, секундочку, вопрос. Зачем же вы, ребята, в самом начале все это отрицали? Говорили, откуда ты знаешь мне? Ты же там не был. Вы знаете, очень похоже на то, что я там был. Вы готовы подтвердить на детекторе, что на этой вечеринке его не избивали, на этой вечеринке его не оскорбляли, над ним не издевались, что он самостоятельно отлучился в лес и ничего не предвещало беды? Да. Я могу утверждать, что такого не было. Ваш пульс 133 удара в минуту. А я вас спрошу, было ли такое, что над ним его оскорбляли? Нет. Ответ – нет, ложь. Лично этого я не могу утверждать. Значит, смотрите. Подожди, есть момент. Дело все в том, что я допускаю, что, может быть, вы этого и не видели. Но есть момент. Я знаю совершенно точно, что после всего, что произошло, вы это дело обсуждали 150 раз. И так обсуждали, и сяк обсуждали. Знаете, и эта информация у вас случилось? Есть. Может быть, она на основании вашего убеждения. Спасибо. Знаете, когда случилось, нас стали обвинять, и нам было в этом, естественно, обидно. Естественно, мы могли его как-то назвать. В тот вечер над Владом издевались? Нет. А над Владом смеялись? Да. Что-то происходило, кто-то с ним дрался? Не было таких. Какой-то конфликт между ним и кем-то был? Он самостоятельно встал и ушел в лес, правильно? До этого был бы, не конфликт даже, а спор. Мы же говорили. Мы же говорили на прошлом эфире, что был спор у него с Янченковым. Хорошо.